Всем привет, дорогие зрители! Сегодня 21 января 2023 год. Приехал я к магазину, мебельному магазину Дубка Хом, который находится в районе Тосмор. Хочу показать вам все модели, то, что здесь есть, и цены на сегодняшний день. Мне сказать, что цены меняются, все зависит от фирмы, которая поставляет этот товар. Так что понимаете, рядом есть Мигрес, банкоматы. Это известная локация в районе Тосмор, круг. Легко найти этот магазин, кого интересует, около отеля King As Hotel. Посмотрим, какие цены именно в этом магазине на этот раз. У меня там в комментарии кто-то попросил снять Дубка Хом. Так, цены есть, но они меняются. Например, 35 тысяч лир. Это модель. Давайте я с этой стороны начнем. Да, у них интересная мебель. Например, стол 35 тысяч лир. 40 тысяч лир консоль. Стулья 7900, 6 штук. И 10 тысяч лир. Вот 10 тысяч лир стоит две штуки зеркала, кажется, вот это консоль, что ли. Ну, придете сами здесь посмотрите, я вам просто модели покажу, какие вот интересные, да, дизайн. Так, цена, вот, тоже такой интересный модель, угловой. Сорок две тысячи лир. Габра. Также можете посмотреть все на сайте Дубка Хом. Люстра тоже продается. 85 тысяч лир. Такая необычная люстра. Угловой модель 16,937 лир, 19 консоль, перги коще ТВ модуль Сейран, перги, ну что-то цены здесь не могу понять, что именно это, диван что ли стоит столько. Тоже вот хороший у них как модель, мне очень понравилось вот это именно диван. Здесь она открывается, она выходит вперед, кажется. Да. Угу. Складывается. Двадцать семь тысяч, почти 28 тысяч лир. Вот этот диван один, другой тоже столько же стоит. И 14 600 это кресло. Также у них есть шторы. Тоже цены сейчас не могу вам сказать. Большую гостиную как раз подойдет. Что за цены? 17 500 лир. Это так, что здесь самое дорогое? Ну, вот 16 тысяч.
можете найти на сайте. Электронный камин. Смотрится богато. 29713 лет. Одно кресло. Журнальный столик. 15 тысяч лир. Это комплект. Так. Вот тоже интересная модель дивана. Но он не раскладывается. Я вам скажу, здесь более такой интересный стиль модели. 64 тысячи лир, 55 тысяч лир, 32 тысячи лир. Это что за 30 лир? Гермес Кумаш выпасного. Бержер кресло. Вот. Вот это комплект. Какой интересный стол открывается. Это журнальный столик. Так, в этой стороне тоже есть у нас диванчик. На 14 тысяч лир, 18 тысяч лир, вот какой-то из них. А это другие аксессуары. Это, кажется, столик журнальный. Комплект написан все по отдельности у них. Семьдесят тысяч лир, консоль. 47 тысяч лир, 15 тысяч лир, 9 тысяч лир. 4 стула и еще вдобавок 2 стула. А, 2 таких модели, вот, и 4 таких. Вот цена. Ого. Такой Сачи. 57 тысяч лир, 52 тысяч лир и 31 тысяч лир. Это кресло. Где кресло? Да, вот. Да, качество высокое. Кресло тоже такое интересное. Здесь. Интересная модель. А вот это, наверное, там стоило. Шкафчик такой интересный. Это посмотрим, сколько ее цена. Кулу, сандали, масса, консоль, габра. Интересная модель. Металл. Ага, это комплект. 137 тысяч лир. Это консоль. Вот этот. Вместе, кажется, они. Стол стоит 29666 лир. Венедик сандалия. 6 стульев, 5756 лир. Одна, кажется, стоит. Умножить, наверное, на шестерку. Такие модели есть. Например, эта люстра стоит 27 тысяч лир. С
48 тысяч лир, 39 тысяч лир. Это стол, 48 это консоль. Сандалис, этот стулья стоит 9600 лир. Магазин кого вот интересует, можете найти по адресу в районе Тосмора, также на сайте, еще раз сказал, цена это люстр 27 тысяч лир. Так, поднимемся, здесь что у нас, 19 тысяч лир кариола, комедин. Так, цены. Гардероб этот. Островок. 15 000 лир. Каждый стул стоит 6 000 лир. Бармен стул. Также есть тут персонал русскоговорящий. Вот отдельные стулья. Кто какой хочет, может также выбрать здесь. Тоже такая интересная модель. Свет включает. Электрик ладно? Так, модели. Ага, тысячелер. Кровать, посмотрим. 16 000 лир вместе с базой. 4800 комедин. 4800 комедин. 4826 лир. Вот это стоит 16 000 лир, 410. 16 410 лир. Тоже вот такой интересный диванчик. Извините, мужики, в основном дамы сейчас будут вас мучить. 23 884 лир. Пауза. Угу. 27 578 лир. Телеколтук 16 000 лир. Это, наверное, не имели в виду. Да, это 16 000 лир. А вот этот комплект стоит 27 000 лир. Вот именно. Цена. Огромный диван. Угловой. Можно в любую форму его перевести, как я знаю. По заказу все. Замуж. Или этот как назывался? Забыл. 9 000 лир, 15 000 лир. Самая дорогая здесь 15 000 лир. Это, наверное, вот этот диван. Добавки цены по 6 600 лир. Тоже вот интересная модель. Двадцать тысяч лир и 19 000 лир. Рикса Хом. Это из комплектов. Так, тоже интересное дело.
28 тысяч лир, 24 тысячи лир, кресло стоит 10 тысяч лир, вот это. Одна цена дивана и вторая цена. Это побольше, чем та, как я понял, да. $32,000 долап, бровни, долап, долап, вот этот. Даже свет включается. А это, кажется, бок уходит, да. Тоже свет включается. Да. Автоматически есть доводчики. Так, цена 32 тысячи лир. Это вот этот шкаф, гардероб, кариола. 15 тысяч лир кровать. Комедин стоит 5400 лир. Шифонер стоит 12 тысяч лир. Зеркало стоит 2300 лир. Что тут осталось? Тоже вот модель. 19 тысяч лир этот стол. Консоль. Стол стоит 14 тысяч лир. Вот эта консоль стоит подороже. Тут тоже есть вот интересная модель. Угу. Интересная штучка. 2800 лир стоит. Магазин, как я вижу, большой, трехэтажный. Тоже интересный стол, стулья. Стоит 24 тысячи лир консоль, 27 тысяч лир. Это массив ореховое дерево написано. 27 тысяч лир. Тоже интересная вот консоль такая. Эта кровать стоит кариола 19 тысяч лир. Шкаф 30 тысяч лир. Что этот гардероб 38 тысяч лир. Офис. Так. Вот тоже вот впервые вижу такую вот интересную модель дивана, буква С, цена 62 тысячи лир. Тысяч лир стол стоит почти 16 и 4700 лир стулья каждая по одной. Итак, kingdom size 2 метра, цена не могу найти, а, здесь, да, 15 тысяч лир dark, 18 тысяч лир шифонер, где его шифонер? Это, наверное, они считают шифонер. Диванчики. Канапе.
Кумаси Текелли 45 тысяч лир. Берджер 30 тысяч лир. А что там дорогая модель так? Она крутится, понятно. Интересно, люстра. 29 тысяч лир. 20 тысяч лир. Другая модель. И она стоит 13 тысяч лир. Вот. Почти 14. Боясь. Здесь тоже у нас кровать. 53 тысячи лир стоит шкаф шестидверный. Угу. 10 тысяч фанер. 15 тысяч лир кровать. Наверное, без матраса. Надо узнавать. Поднимемся на верхний этаж. Тоже много интересной модели, но не знаю, свет как включение. Я не там включил, наверное. Ну, сам себе режиссер. Какая красота. Сорок один тысяч лир. Это ж гардероб. 24 тысячи лир. Вот это. 28 тысяч фанер. Ну, вот это тоже дорогая модель. Королевский. Ролик что-то слишком длинным сейчас будет. Так, просто быстренько покажу модели, что понравится. Можете также на сайте найти или же приехать сюда и посмотреть. Это гардероб. Блин, платяной шкаф. Тоже вот интересная модель. Шифонер, как там они говорят, комедин, шифонер, 63 тысячи лир. Где она? Наверное, то. Угу. 91 тысяч лир, 500 скидка. Вот здесь на этот комплект, кажется. Вот такой. Пурпурный Венеция Култук Сефпа. Скидка есть 91 тысяч 500 лир. Почти на 50%. Шик-пык. Тоже интересные цвета в этом диване. Несколько цветов тут и блестит все.
цена 34 тысячи, почти 35 тысяч лир. Тут долго буду передвигаться. А здесь вот 107 тысяч лир стоит скидка, он полцены. Я думаю, что будет сложно выбрать что-то тут, потому что очень много выбора. Костелло Бержер. 29 тысяч лир стоит только кресло. 41 тысяч 500 лир стоит этот диван на 4 человека. Бордовый, черный. Там еще четвертый этаж, оказывается, есть. Интересно, это зеленый. Темно-зеленый. Вот тоже кровать, шкаф. Сюда есть проход туда. Смотрим четвертом этаже, что есть. Тут темновато. Тоже диваны есть. Ого-го. Кровать. Лифт у них есть. Можно и лифтом подняться. Быстренько вот так покажу. Модели, то что есть на верхнем этаже. Хочется коротко снять, не получается, много всего. Деревянная. Тут тоже у нас кровать. Большой платяной шкаф. Вот тоже угловой диван большой. Платяной шкаф. И вот такой угловой, такой вот синий, темно-синий цвет. Тоже такой интересный. Диван. Все, дорогие зрители, показал я вам. Ставим лайки, пишем комментарии. И подписываемся на наш канал. Большой труд для меня. То, что я вам снял и показал. Не отходя от кассы, смотрите и выбирайте себе какую-то там модель, приходите, покупайте. Также не забывайте выйти, зайти им на сайт dubka.com. С вами был Агасий из Солнечной Алании, район Тосно. Всем пока-пока.